Заметным событием стало появление в Щелкове представительства одного из крупнейших банков страны. В рамках программы развития региональной сети операционный офис открыл Россельхозбанк. Несмотря на ситуацию, связанную с тем, что практически во втором квартале у нас была заморожена деловая активность в нашем регионе, мы продолжали работу по набору персонала, по строительству этого офиса, работы не прекращались. И сейчас мы открываем офис с набранным коллективом, штатом. РСХБ появился в России в 2000 году. Как известно, это опорный банк для аграрно-промышленного комплекса. В Щелкове сельскохозяйственная отрасль развита не так активно, как на сельских территориях. Но банк заявляет о своей универсальности и здесь ориентируется на обслуживание как обычных городских жителей, так и предприятий и организаций всех отраслей экономики. Россельхозбанк предоставляет полный спектр банковских услуг для всех. Мы обслуживаем и юридических, и физических лиц, и традиционно нашими основными клиентами являются представители и старших поколений, пенсионеры в первую очередь. На них у нас ориентирована широкая линейка продуктов пенсионных. И работающие граждане, которые работают, получают заработную плату, на них у нас ориентирована в основном наша розничная линейка продуктов. До этого момента ближайший офис Россельхозбанка был только в Мытищах. Темпы роста его клиентской базы дали основание дальше развиваться в локации Королев, Ивантеевка, Щелково. Северо-восток Подмосковья имеет хороший потенциал, считают в банке. К тому же клиенты РСХБ в Щелкове есть. До открытия офиса наши клиенты, щелковцы, должны были посещать Россельхозбанк, офисы в других городах. Это было не очень удобно. Теперь при открытии офиса мы будем рады видеть всех наших клиентов здесь у нас, в городе Щелково. Также очень удобен будет наш офис для обслуживания сотрудников биокомбината. Биокомбинат Щелковский – наш клиент корпоративный. Клиент номер Т2, подойдите к окну 4. Офис Россельхозбанка расположен в центре города, в здании по адресу улица Талсинская, 2, известном как «Китайская стена». Здесь просторный операционный зал, интерьер отвечает всем банковским стандартам. Есть чем занять детей, пока родители решают важные финансовые вопросы. А также оборудованы специальные зоны самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции в формате 24/7. Щелковский офис стал 62-м в московском регионе. Там, где люди, там, где необходимо банковское обслуживание, там всегда есть и будет Россельхозбанк. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.